29-летняя Анна Иванова, Ханна, поделилась откровениями об отношениях со звездным супругом, 36-летним Павлом Курьяновым, Пашу. Молодым супругам редко удается побыть наедине. Певица сегодня отмечает день рождения. Хане исполнилось 29 лет. Она наслаждается любовью мужа. Анна и Павел в браке уже 5 лет. Вместе они воспитывают дочь, 1,5-годовалую Адриану. По словам певицы, она счастлива с Пашу, но им редко удается посвятить время друг другу. Гендиректор лейбла Black Star и его жена занимаются воспитанием дочери. Девочка растет активным ребенком и требует много внимания. На вопрос о том, что делают супруги в редкие моменты, когда им удается побыть наедине, Паша и Ханна ответили единогласно: «Занимаемся любовью». По словам артистки, им мешает часто видеться и работа. К тому же, они часто спорят на профессиональные темы. «С одной стороны, я очень счастлива, что в моей жизни все так сложилось, а с другой, бывает нелегко. У него на все есть свое мнение, причем это не просто мнение мужа, а профессионала, с которым приходится соглашаться. При этом мне как жене не хочется уступать», — поделилась откровениями звезда. Ханна отмечает, что после ссоры на применение первым идет супруг. Молодая мать считает мужа главным членом семьи. Пара планирует пополнение. «Хотим еще двоих», — уверенно заявил звездный продюсер в интервью для People Talk TV. Рэпер Тимати и его друг Пашу женились на моделях, которые родились в один день. Сегодня отмечает день своего рождения возлюбленная певца, Анастасия Решетова. Ей исполнилось 24 года. Недавно Ханна в бикини на берегу океана восхитила фанатов. Артистка привезла мужа в необычное место для отдыха.